Наблюдение врача и проверки при застойной сердечной недостаточности очень важны после выписки из больницы. Это поможет вам быть в хорошей форме при вашем заболевании и вести как можно более активный образ жизни. Первое посещение врача необходимо через одну неделю после выписки, а затем, по крайней мере, каждые 3-6 месяцев. Некоторым пациентам проверки необходимы чаще. Во время ваших визитов к врачу ваш врач будет проверять признаки и симптомы сердечной недостаточности. Врач будет проверять, есть ли у вас ускоренное или затрудненное дыхание, отеки ног, также называемые эдемой, вбухшие вены на шее, звуки в легких от скопления жидкости, похожие на потрескивание. Ваш врач может их услышать через стетоскоп. Увеличенная печень или живот, ненормальное звучание сердцебиения, неритмичное и ускоренное. В дополнение к физическому осмотру врач может назначить тесты, такие как эхокардиограмма или эхо, чтобы наблюдать за состоянием сердечной недостаточности. Эхо является самым лучшим методом для того, чтобы проследить за курсом лечения. Кроме того, доктор может назначать анализы крови для того, чтобы иметь больше информации о состоянии вашей сердечной недостаточности. Результаты могут определить, есть ли риск сердечного заболевания или недостаточности, показать возможные причины сердечной недостаточности или точно определить проблемы, которые могут быть причиной ухудшения существующей сердечной недостаточности. Регулярные анализы крови могут помочь вашему врачу следить за побочными явлениями от лекарств, которые вы принимаете.